За наших футболистов болел глава города-курорта и президент футбольного клуба «Анапа» Сергей Сергеев. На матче присутствовали почетные гости – вице-губернатор, президент клуба ГНС «Спартак» Иван Пиронко, депутат Госдумы Российской Федерации Николай Харитонов. Праздничное настроение болельщикам и игрокам создавали творческие коллективы и спортсмены «Анапы», и гости из «Азова» – театр танца «Надежда». В результате напряженного матча игра завершилась в ничью со счетом 0-0. Ближайший матч чемпионата Кубани состоится в субботу 28 июня. В 19:00 на стадионе «Спартак» команда «Анапа» встретится с командой «Краснодар-3». Приходите поддержать наших футболистов.